Ну вот сегодня пасу коров после обеда в пятницу. Перегнал их через первый мостик. Это вот где у нас вода протекает по камням. Сделано так. И вот сейчас я там издалека видел, как тракторист сам пригнал трактор и машину свою. И свой прицеп позволяет. Вот не знаю, успею, нет, заснять сейчас. Ну, какая ложбинка тут. Вон на нем висит прицеп. Он его все-таки приподнял с воды. Он почти на воде был, лежал боком. Надеюсь, у меня коровки не разбегутся. Ну, тут некуда бежать, в принципе. Только там где-то дальше. Это у нас называется второй мостик. То есть вторая дамбочка. Там по воде надо проезжать, а здесь по воздуху. Но так как КамАЗ с зерном очень тяжелая техника, 15 тонн все-таки зерна возит, и сам тяжелый, прицеп тяжелый. И постепенно продавили дорогу, что вот такая беда вчера случилась, что прицеп провалился. Такой возможности не было, чтобы шире делать. Потому что все-таки платилось где-то примерно 1500 в час. Бульдозерист это. Сколько денег выходило за один час только. Никого не позвал на помощь, что-то из потеряевских. Решил сам все сделать, видимо. А может даже зря. Может, что советом, что подсказал бы. Вот, сколько воды тут. Колеса подкапывают, видимо. Сейчас выровняем. Добрый день! Все, решили на помощь никого не звать, да? Что? На помощь решили никого не звать из наших? Да я пока сам. Ага, ну смотри. Я смотрю, у тебя так-то получилось более-менее поднять. Время уже 7:00 вечера уже. И вот до сих пор они пытаются эту телегу вытащить. Это уже получается второй день мучаются. Я сегодня коров пасу. Это уже не первый ролик снимаю сейчас. Вот они, мои коровки. Время 7:00, скоро уже гнать. Я до 7:00. Вот он сейчас там вниз перегнал свой трактор гусеничный. И ему снизу будет тянуть эту. Не знаю, что у них получится.
Ну вот так вот. Да, а мои коровки уходят. Мне скоро бежать придется за ними. Они уже чувствуют, время подходит. Потому уже ближе к дому все. Еще одна из попыток вытащить цепь. Он чуть ниже спустился на своем Т4 тракторе. Сейчас посмотрим, сможет он его вытянуть. Нет. Да, это Бог, конечно. Игорь и Терентий в стороне стоят. Телега вытащилась. Слава Богу. Слава Богу. Игорь сразу раз под колесо подсунул. Так, коровки мои, сейчас пока, сейчас я подбегу, посмотрю. Мне главное, чтобы коровы вперед меня не убежали домой. У меня что-то еще с камерой сегодня стало отключаться. Не включаться, вернее. Аккумулятор передернул, выключу, включу, и тогда опять заработает она. А так никак. Вот то, что бегаю постоянно с ней из-за этого. Ну вот, слава Богу. Там он зацепил трос еще за куст внизу. На всякий случай, чтобы ее не опрокинуло. Ну вот, слава Богу. Только помолились, да и вообще молились, Господь все-таки дал милостью своей. Такие Господь испытания посылает нам, чтобы мы чаще взывали к Богу, искали у Него помощи, молитвы своей. Ну вот телега стоит на твердом основе. Вот, вот тут уже надо будет потом поработать. Заделать, сваи привозить. И все тут здесь затрамбовывать. Это работа большая. Сделана. Вытащить. Близко не подходите. Он же играет. Он Володя. Он у него за куст зацеплен. Опасно, конечно.
Господи. Вот телега стоит на твердой основе сейчас. Спи все уже. О, отлетело. Боялись, что куст вырвет. Нет, куст хорошо сидит. Корнями вцепился в землю. Так что природа еще сильна. Вот он куст. За него трос зацеплял. Сейчас уже скоро коров в деревне нагнали. Ну и что, Игорь Александрович, сейчас будут вокруг ездить за зерном, да? Пожалуй, да. Игнатий Иванович, там, говорит, уже надо где-то собирать. Теперь только пешком здесь. Это здесь было, да? Да. Он что хочет, на КамАЗе сначала? Где бакулка? Бакулка вон под тем колесом. Может, та была, тот край. Ну, все. Все, пускать. Залезь, папа, смотри. Что там тянете? Полтонны сырого зерна. Тяните, возьми эту. Снимите там. Заглушу. Вот, что осталось. Ну, половина высыпалась. Все, половина все. Осталась. Дай-ка. И зачем он его заглушил? Экономит. Наверное, но чтобы доехать до дома. Что, он передом или задом? Это колесо еще над пропастью, оно еще может перепилить. Ну уже вряд ли. Ну, оно да может, пойдет может, боком немножко. Пойдет. Три колеса на земле, это уже хорошо. Так-то она высокая, я смотрю, телега-то. Хорошо, центр тяжести у него внизу. Кажется, что вверху, а на самом деле не попало все в воду. Ну, сейчас воздух накачать надо, чтобы тронуться. Это что, приспособа такая? Это лебедка, что ли? Лебедка, да. Опускает он колесо? Да. Ну что, мучиться. Огрыжу себе заработать. Брагину
тут надо еще эти сваи сперва забить. Деревянные вот эти ходи, да? Да. Надо напилить и забить, осмолить, забить, а потом только трамбовать. Эх, не успели они прорасти, да? Корневой системой укрепить слабо. Ну, конечно, тоже. Ну что, оно подмывает постоянно. Я на сырае, смотри, сыраю на метр. Надо после дождей еще. Дождь. А, он сейчас задом подъедет. Ну, надо буквально немножко обычно развернуть и пару метров проехать. У меня там коровы не ушли в деревню. То сказать, пастуха нету, домой. У вас там есть кому встречать? Хороший контент важнее. Хороший контент. Да-да, мне потом устроят контент свои же. Куда она не укатилась? Нет. Ну что ему? Он видит, да, дорогу? Да. Показывай. Он если сейчас повезет, вы уже не нужны ему, да? Сам стоит? Нет, нет, сейчас тросом сначала дернем. Все, все, хватит, хватит. Так, уходим отсюда. Сюда надо немножко защитить. Да. Немножко. Выровнять хорошо. Она нас сначала туда отсюда. Давай, ты не
подъедешь, смотри, здесь тяжело. Все, он поехал. Прямо, прямо, прямо. Прямо, прямо. Еще. Стоп. Все. Готово. Все. Отходи, брат. Вот у тебя. Все. Ну, не, надо запускать воздух, чтобы покачать. Так, ну все. Все, закончено. Вы меня довезете тогда? Да, с боком все. Я вот сейчас открою. Ну что, ты нас отпускаешь? Ну, Игорь, все, спасибо большое. Игорь, я привезу, сейчас развернусь и привезу зерно. Под солнце нельзя его, на солнце. Оно у тебя, вот это что сырое, оно у тебя пропадет. Надо в тень ее, и ты у тебя столько скотины выкормишь, там скормишь, там... Это сейчас что ли привезу? Да, сейчас привезу, вывалю. Сейчас развернусь и увезу туда тебе. Здесь? Да, да, да. Слушай, ну хватит уже, может, а? Потихоньку я пройду по сухому. Давай я на филу приеду. Нет. Ну все. Не надо рисковать, а. Подгоним. Лопаты забирать надо. Баб. Зачем? Дотащим. Да дотащим. Лопаты он заберет, просто заберет. Это его, да, все? Да. Т4 загрузит. Ну давай мне хоть этот трос. Вот ты, вот. Нет, трос. Цепь забрали. Ну все, слава богу. Езжайте, Игорь, домой, езжайте. Я все тут заберу. Ну все, слава богу за все.